27-летняя Селена Гомес, Селена Гомес, произвела фурор на красной дорожке. Исполнительница хита Lose You to Love Me выбрала стильный наряд, который привлек всеобщее внимание. Бывшая возлюбленная канадского музыканта Джастина Бибера стала главной звездой церемонии Hollywood Beauty Awards. Певица в эффектном образе появилась в лос-анджелесском The Taglian Complex. Селена сделала высокую прическу и броский макияж. Глаза она выделилась темными тенями, а на губы нанесла коричневую помаду. Маникюр и педикюр артистка сделала в темных тонах. Гомес решила подчеркнуть свою похудевшую фигуру. Для этого она выбрала смелое мини-платье нежно-розового цвета с обнаженными плечами и пышными рукавами. Его автором выступила стилист звезды Кейт Янг. Знойная брюнетка предпочла отказаться от бюстгальтера. Аутфит дополнили золотистые босоножки на высоком каблуке. Пышный наряд сидел так низко, что норовил оголить форму своей хозяйки. Она делала вид, что не замечает конфуза. Однако его стали обсуждать в сети. Какая красивая. Но платье опасное, круто как постройнело, красивая платьица, но слишком откровенное, держи платье. Такое впечатление, что упадет сейчас, надо было лиф повыше сделать или белье надеть. Неудачный фасон, а Селена, красотка всегда. Прокомментировали пользователи. Певица в последнее время примеряет все более откровенные аутфиты. Она дерзко обнажила грудь и ноги в гламурной фотосессии для глянца. Ее заметили в платье без лифа на улице. Селена высказалась о своих сложных отношениях с бывшим бойфрендом. Она заявила, что была жертвой эмоционального насилия.